Здравствуйте, дорогие друзья! Ньюф ТВ продолжает свою работу. Сегодня мы поговорим о характере взрослых ньюфаундлендов. Мы представляем Калипсо. В обычной жизни Лора 5 лет. Параметры роста 70 см холки, вес 62 кг. Калипсо – представитель очень интересной родовой линии, чьи предки жили в странах Европы и Соединенных Штатах Америки и были завезены в лучшие питомники России в 2000-х годах. Из России будущие родители Калипсо были завезены и в Казахстан. Вот таким долгим маршрутом эта собака добралась к нам. Сегодня Калипсо уже взрослая собака. Ее характер обусловлен условиями жизни, воспитанием и, конечно, особенностью породы. Калипсо в свои 5 лет – степенная, вдумчивая, интеллигентная и спокойная собака, как и положено ньюфаундленду. У нее нет никакой агрессивности по отношению к человеку. Она всегда охотно следует за хозяином, способна к длительному ожиданию. Ньюфаундленды при правильном взаимодействии с человеком отличаются природной выдержкой. Это позволяет без опаски оставлять собаку в доме и на территории без специального ограничения. Калипсо очень жизнерадостно относится к любым занятиям спорта, играм и тренировкам. Всегда подстраивается под настроение хозяина и выполняет все, что необходимо, без особых команд, так как дружественный тандем человека и собаки в семье со временем только крепнет. Калипсо, как и все породные ньюфаундленды, прекрасно чувствует себя в воде. Она бесстрашная и преданная собака. Такие качества лежат в основе характера собак данной породы. Получая щенка ньюфаундленда в дом, вы обеспечиваете свою семью надежным, верным, добрым и величественным другом. Представители данной породы могут стать отличными охранниками вашей семье, заменить вам детей и внуков. Прекрасные характеристики Калипсо говорят о том, что ее потомство обязательно унаследует все эти качества. Посмотрите, как ведет себя Калипсо на домашней фотосессии. Она понимает, что от нее ждут, и смиренно соглашается с процессом фотосъемки, не проявляя нетерпения или протеста. Мы желаем любителям больших собак иметь такого друга в семье. Thank you.